Лучше вспомни сам, что не так. Все хорошо. Чувак, все очень плохо. Очень критическая ситуация. Поздно. Тема закрыта. Все только начинается. Мы услышали. Просто даем шанс исправиться. Поза утиной губки говорит о том, что ты натворил очень много фигни. Я думаю, пора купить новые сережки. Не трогай меня. Не трогай ее. Я вообще не злюсь. Чувак, лучше беги, она уже сделала на тебя куклу Вуду. Ты где-то налажал? Или просто она переела? Если хоть раз намекала парню, присылай вот такой смайлик. А если говоришь все напрямую, так. Что такое руки-базуки? Ну, это руки-крюки. А что такое бьюти-блендер? Наверное, что-то красивое. Блендер, который все взбивает. И все взбивает. Вейп. Новшество. Новшество. Это электронная сигарета. О, божечки. А что такое спиннер? Крутёлочка. 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 Что такое консилер? Консилер. Для косметики. Косметика. Прям бьюти-богиня. Вот так. Что такое хейтер? Ну, это прогнать. А это мам те люди, которые мне пишут всякую гадость в комментариях. О, ну правильно, их надо прогонять. А ну давай, пару слов хейтерам. Я не знаю, что сказать. Ну что? Не пишите всякие гадости. Вот так вот. Сделаем кис моим подписчикам. Это что? Это... Да мужики вообще эгоисты кончены, они думают только о себе. Нет, мужчины умеют любить, они такие хорошие, такие заботливые, милые. Вот какая от них польза. Вот они только жрут и носки разбрасывают. Не, ну вот мужчина всегда хорошо в доме. Вот что-то сломалось, он починит и сумки поможет донести. Нет, мужчина это хорошо. Как же меня бесят его друзья. Кто придумал этот долбанный футбол? Да, новое знакомство это всегда хорошо. Да и футбол я люблю, наверное. Да я не хочу замуж. Вообще, мужики, это зло. Нет, замуж это хорошо. Это новый этап в жизни, в отношениях, да. А какой тип ты, если первый, присылай такой смайл, а если второй такой? Сегодня я хотела поговорить про тему знакомств. А знаете, почему мне так вдруг захотелось снять это видео? Потому что у меня был немножечко конфуз. Когда ты, блин, полчаса улыбишься, как дебилка, а он даже не подойдет и не спросит, как тебя зовут. Я, мальчики, дам вам немножко подсказочек, как же понять, что ты ей понравился, а не просто ей что-то попало в глаз. Если девушка мило упускает глаза вниз, а потом с подлобика улыбается тебе, примерно это выглядит так. Ты ей понравился. Да, понравился. Мудачина. Так что иди и знакомься. Этот вариант используют более настойчивые девушки. Они тупо смотрят на вас и улыбаются. Как только что я это делала. Короче, пацаны, вы просто скромненькие принцессы, которые боятся делать первый шаг. А даже мелкая улыбочка, это не тик, а улыбочка. Знак, чтобы вы познакомились. Не будьте бабами, не будьте циклом, а знакомьтесь. Да блин, хоть что-то делайте. Действуй. А вы, девочки, почаще улыбайтесь. И вот такой взгляд делать не надо. Ты у меня шутница? Думаю, да. Шуточка от Иринки. Выключай. Я начала встречаться с парнем. Ну и что? Но он, правда, не русский. Ну и что? Немного смугленький. Не хотелось бы. Можно встречаться с двумя парнями одновременно? Нет. Почему? Времени не хватит. Можно я себе татуху набью? Ну, на лобе себе набей. Себе набила, дракона. Хочу сделать себе операцию, так, чтобы скулы были. Давай я лучше тебе пончиков спеку. Я хочу похудеть. Нет, завтра пончик. Что делать, если я влюбилась, а он мне не звонит? Позвони мне, позвони. Фантазия отдыхает. Мам, мне часто пишут, как поверить в себя. Надо себя сильно любить. Ах, тут это ворощица. Угощаю вас. Угощайтесь. Карман. Карман нельзя. Мы здесь надолго. Я считаю, что выходить замуж, это вообще какая-то херь. Я за свободные отношения. И вообще-то еще нагуляться надо. Да. Сделать.
сделал мне Димка предложение. Школу не закончила, так получилось. Конечно, конечно, только по любви вышли. А как еще? Как по-другому? Ты в магаз идешь? Слушай, конфет мне купи, я хочу такие шоколады с орехом, хорошо? Ага. Главная семья. Свадьба? Нет, свадьба недавно была. Недельку назад, да. Свадьба была. Ты чего здесь стоишь еще, дебил, блин? Нафига за тебя только замуж выходила? Я попросила конфеты мне купить, вали давай. Идиот. Ну, конечно, я Димку люблю, но какие еще вопросы? Я не хотела этого. Ты чего, блин, еще здесь? Вали давай. Бесишь. У нас идеальная семья, да. Я знаю, нагуляли. Сколько там? 16 лет. Мама! Сука, где эти скулы? Блять, это видос. Вот это я стрёмная. О! Всем привет! Сегодня я встала в 7, покакала в 7:30, а сейчас готовлю себе супер-классный лакшери-салат. Блин, когда я буду нормально разговаривать? Это какая-то бекуха. Ну, раз, два, три. Раз, два. Да нет, что ты, я только водичку. Ну, вообще-то заказал себе свой салат. Сколько я тебе должна? Так, не выдумывай. Катя. Спасибо. Сам плати. Такая сумочка красивая. В журнале недавно такую видела. Видишь сумку? Чтобы у меня такая завтра была, понял? Что ты смотришь? Давай, метнись кабачком за кошельком. Ну, быстро, 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 время, деньги, давай. Ты так интересно рассказываешь про закон Ньютона. Ну, так с тобой интересно. Пожалуйста, ну замолчи на секундочку, я пишу важный смс. Это кто? Подруга моя. А, ну ладно. Кто? Подруга моя. Подруга? Да. Ты что, офигел, подруга? А ничего, что у тебя девушка есть? Нет, ничего, все нормально, вообще не нормально. Ты вообще куда пошел? Ты нормальный? Если ты влюблена, присылай такой смайлик. А если сердце свободно, такой. И не забудь подписаться. Мама, что такое за чекиница? Понятие. А что такое френд-зона? Не знаю. Это с мальчиком связано. Ну, может, что-то с зоной? Нет, это значит, что я не хочу с ним встречаться, он просто мой друг. О, господи. Мама, ты знаешь, что такое худи? Нет. Худи. Кофта есть кофта. Изи. Изюм сокращен. Бро. Брови. Брови. Зашквар. Зашкаливает. Хайп. Направление, стиль. Хайпануть. Что-то выпить. СПС. СПС. Написать что-то. Спасибо. Класть мне на слова? Ужас. Что такое лакшери жизнь? Ну, я думаю, что это крутая жизнь. Молодец! Мама, что такое эшкере? Ну, не, это какой-то иностранный эшкере. Эшкере. За женственность. Не, ну шаурма полезная. Здесь огурцы. ПП. Если сильно хочется, то можно. За это и выпьем. Прожигаем молодость. Не, ну когда у меня будут свои дети, я их правильно питаться буду и пить брошу. Конечно, наверное. Любить нужно не за внешность, а за душу. О. Не, ну мы же не бухаем, а это так. Сидр. Сидр не алкоголь. Я все в молодости пью. Я не понимаю, почему он меня бросил. Даже пивас глазом открывать умею. Смотри. А? Талантливая женщина. Вот, ну, вот я не понимаю, почему у меня нет парня. Вот не понимаю, что я за идеальную. Идеальную. Я считаю, что это полезно. Главное себе просто внушить. Да. Для нас просто.